Привет, народ! Всем привет! Ну что, мы опять на воде. Нас ждет очередное водное приключение. Водный коп. Да. Не знаем, как будет ловиться рыба. Но я думаю, меди мы сегодня наловим. Ну и завтра. Или послезавтра еще. Уж если медь не соберем, то ферма точно найдем. Кучу целую. Я работаю в одной фирме, она веников не вяжет давно. Получаю в месяц 300 УЕ и нелегально еще сверху 100. Я планирую свой личный бюджет, все, что трачу, я пишу в блокнот. Накопил я пару тысяч уже, собираюсь их пустить в расход. Куплю моторную лодку и буду девок катать. По вечерам глушить лодку и всех вокруг целовать. Куплю моторную лодку и буду девок катать. По вечерам глушить лодку и всех вокруг целовать. Лето, солнце, купальный сезон, а я решил подработать еще. Перевожу на остров важных персон, они мне платят деревянным рублем. Пополняется мой личный бюджет, богатею с каждым солнечным днем. Да чего же справедлив белый свет, заработать можно честным трудом. Куплю моторную лодку и буду девок катать. По вечерам глушить водоку и всех вокруг целовать. Куплю моторную лодку и буду девок катать. По вечерам глушить водоку и всех вокруг целовать. Глубиною и размерами глаз, ароматом и длиною волос, ее улыбка меня водит в экстаз. Ее одну теперь я буду катать, разрезая носом гребень волны. Ее одну буду я целовать, другие мне не нужны. Продам моторную лодку и гидроцикл куплю. Бросаю пить эту лодку, все потому что люблю. Ну вот такая, ребят, карта глубин у нас. Вернее, не карта глубин, это карта Волги. Карта Волги. Карта затопления Волги, НКВД 38 года. Зоны затопления отмечены здесь. То есть вот что были, какие деревни и докуда было затопление. Вот. И мы вот сейчас здесь топаем. Видите, нашли проход вот здесь к островам. Здесь раньше был речка какая-то или ручей, что-то такое. Дорога вот проходила, через нее мост был. И здесь было озеро, значит, здесь заглубление будет. И, соответственно, мы здесь и проходим. Здесь у нас глубина 1,7 метра, везде метр. Здесь вот 2 метра, видите, 2,2 метра. То есть наша карта работает. Здесь мы сейчас будем проходить над дорогой. Вот здесь проходила дорога у нас, получается. Значит, должна быть либо насыпь. Вот глубина 3 метра здесь, видишь? Да, все. Все работает. Карта рулит. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» «Экстрим» и «Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду «Герасим Шерп». Подробный обзор вездеходов в описании. Ребят, только уходим из русла затопленного озера. 1,9 метра уже. Видите, глубина. Надо возвращаться. Идем на маленьком моторе. Большой ушатали уже. Винт загнули. Надо будет разогнуть его. Вот 1,9 метра. Опять мы вышли в озерцо это. Как-то сейчас будем пробиваться до мелкотни вон туда. Чтобы с нее уже пойти копать. Ну что, ребят, мы приехали. На место предполагаемого. Да, копа. На место копа.
приехали. Попробуем здесь вот. Полазим сейчас. Ну все, наряжаемся в лидера от Финтрейла. И вперед на покапушки. Будем пробовать. Так, скуба готова. Идти закладом, ребят. Перед тем, как одеть вейдерсы, ботинки вернее, проверьте, нет ли в них камушек от прошлого заплыва захода. Ну и вытряхните песок. Носок от этого неопреновый проживет куда дольше. Ну и что я скажу по подводному поиску. Выходы у нас пока тренировочные, мы еще нифига не знаем, толком ничего не умеем. Так что учимся, а вы учитесь с нами. Если так же, как мы, не знаете, мы-то уже сейчас опытные будем. О, все на земле. Во, класс. Землечко. На кого ж ты нас покинул? Куда ж ты собрался, милок? Да, вот куда-то ты собрался. Все, видишь, меня как прям понесло сразу? Да, легче стал просто. Так, пойду и я готовиться. Пойду я заберу палку. Достану скобу. И одену все, что полагается для таких. Железо есть, это хорошо. Так, ребят, сигнальчик. Неплохой сигнальчик. Видимость фиговенькая здесь. Блин, ребят, не показал вам. Смотрите, что нашел. Вот такой свинцовый грузило. Самодельный. Нормальная гиря такая. Пойдет. Мешок находок. Ищем дальше. Мишка вон только собирается еще. Так, ребятки, смотрите, что нашел. Намыл. От лампы. Сейчас посмотрим, что-то есть. Да, скорее всего, от лампы. Какая-то тут надпись есть, надо будет потом почистить. Посмотреть. Вечером посмотрим. Ну вот, фитилек крутить. Скорее всего. Берем. Значит, мы на верном пути. Здесь было жилье. Нет, не зацепил. Здесь вслепую все. Давай, шути, шути, а у меня в скубе что-то. Да посмотрим сейчас. Нет, этот абажурчик от лампы. Кусочек сеточки. Но мы на верном пути. Мы, Миша, значит, на верном пути, раз у нас цветнинка попадается. Так, ну что ж, народ, я тоже облачился во все необходимое, чтобы пойти, так сказать, и изведать неизведанное. Я тебе говорил, картошку не здесь сажать надо было. Теперь, видишь, ходим ищем. Так, ну что, ребят, я отошел от лодки, от помех. Походим онлайн. У Герасима Васильевича так сумасшедше звенит на каждом метре. О! Что-то крякнуло даже у меня. Под ногами такое ощущение, что какой-то такой глинозем. Вот вообще посмотреть, что там. Жирная глина. Манитос! Здоровенный! Да. Да что, ребята? Не понял. А, вон он. Манитос, ребятки, манитос. Блин. Царь. Царь, ребята. 5 копеек, Миш. Да. Не, не екатеринский, царский.
Надо чистить его. ЕМ вижу. Чистить надо, ребята. Пятак. Кайф. Итак, перед нами 5 копеек 1868 года. Металл медь, вес 16,38 грамм, диаметр 32,7 мм, тираж 23 миллиона штук. Стоимость ее, ну, примерно рублей 150-200. Но цена этой монеты нам дорога не тем, сколько она стоит, а тем, что она у нас есть. Это мой первый пятак, и поэтому я им предоволен. Круто, Мишка! Не, блин, нафиг я его сюда положил. Его надо в отдел ценных находок переложить. В этом мешке я такие неценные ношу. Это же круто! Пятак царский в воде. Первый. Работает. Так, ну что, народ, время терять блесна, время находить блесна. Нашел я блесну. Во! Будет моя личная персональная блесна. Ух. Однако. Все классно. Старая он вся. Острая. Долго я ее копал, копал. И вроде она у меня, ребята, в скубе. Что это только? О, бухарский динар. Куда ж без вас-то? Со звездой еще. СССР. Видать, да, распевали здесь. Так, а я походу тоже что-то нету, выкопал, ребят. О, Василич, я что-то какую-то интересную штуку нашел. Здесь что-то даже написано. Медная штука. Любопытная какая вещица. Как вы думаете, что нашел Мишаня? Пишите в комментариях. Сейчас посмотрим. Что-то здесь есть. Пусковые устройства Revolter. Это надежный запуск в любой ситуации. Проверено нами. Это работает. Не забывайте, зима близко. Ссылка в описании. Скидка по промокоду Герасим Шерп. Инициалы, что ли, чьи-то здесь на вид? Не пойму. Во. Так, ну это, блин, не хуже, чем 5 копеек. О, народ, смотрите, меня уже затапливает как. Ой-ой-ой. Что-то здесь глубина везде. Пойду обратно туда, на мель. Здесь везде глубоко, здесь уже надо... подводной снарягой. Хотя бы просто в гидрике маска ласты. Единственное, что ни черта не видно же. Вслепую тоже не пошаришься. Тут видимость сантиметров 20-30. Ну, хотя ил кругом. Не, тяжело будет. Чуть защиту не пролюбил. Катушки. Это она у меня убегать стала по какой такой причине. Видишь, близко к берегу тоже смысла не имеет. Когда вода падала, здесь пешком ходили. О, какая ракушка огромная. Я нашел доисторические деньги. Доисторические раковины. Рыба! Рыбу поймал! Иди сюда, а он ко мне пришел опять. На тебе!
Лови его. Спужался. Пока вижу только раковину. Я назову тебя фантомный сигнал. Он, наверное, и слел по дороге, пока его поднимал. Так, в скубе. В скубе, ребятки, в скубе. А вот это что? А что это у нас? А это у нас медная проволока. Ну, какая-то хитрожопая. Точно медная. Медная и очень-очень мягкая. Горела, наверное. Ну что ж, ребят, больше часа мы точно ходим уже. Так, уже чуть-чуть подмерзать начал. Надо потеплее одеваться. Да, в скубе. О, мотыль тут. Да. Так. Смотрите, как загибнули винт. Хорошенько приложили его. О, как раз ты пока там стоишь, его подставить можно будет. Да, можно будет попытаться разогнуть его. Я сейчас кушать готовлю. Давай. Раз, попали по лопасти. Два. Три. Ну вот, камень подцепили этой, догнали, а в это ударили, или наоборот, попало. О, слушай, я лодку нашел. Чья лодка? Да, очень похоже, что все в скубе. Да, что-то там гремит. Или камень, или же это у нас что-то такое. А, гильзы, что ли? Точно, гильзу нашел. От чего? Ну, не знаю, походу от этой, от винтовки какая-то гильза старая. Винтовочная. Николашечная точно. Может, от Мосина какая-нибудь. Такая старая вся уже. Старая? Да, старая. Так, ну что, я собираюсь, займусь винтом. Да. Ну что, ребят, вон Мишаня пошел дальше фарватер искать. А я буду готовить кушать. Потому как кушать мы хотим очень, но уже 6:30 времени. Вот, и надо есть. Из находок у нас пока, ну, не так много находок. Вот мой пятак. Такой сохран у него нормальный. Надо от зелепуха только почистить. Щеточкой почистить, и рельеф, все есть вообще хорошо. Посмотрим, что с него будет. Сейчас Мишаня найдет тоже пятак. А лучше жменьку, целую скубу. Ну, пока он ищет, я буду готовить кушать. Да не просто яичницу, а омлетик на безлактозном молоке. Фух. Мишка, давай! На улице где-то 20 градусов. Хорошо, мы сейчас покушаем. Если не лень будет куда-то идти, то пойдем еще копнем. Попробуем, вот тут дорога проходила. По ней копнуться. Как я уже говорил, мы тренируемся, учимся. У нас сейчас задача не то, что найти что-то, а правильно научиться работать с кубой, чтобы не с 55-го раза подымать сигнал. Надо еще, конечно, сделать скребок такой, ну, с сеткой. Совок. Им тоже будет очень удобно подымать. Так, ребят, я ходил, и мы нашли друг друга. Я и сигнал. И потеряли опять. А не, вот он. Все, вот ты где. Сейчас я буду тебя доставать на поверхность. Шкарлупу я выкидываю за борт. И очень хорошо едят рыбы. Ничего такого нет, если вы выкинете органику за борт. Это не целлофановые пакеты, это не железные банки.
Сейчас ее рыба схомячит и глазом моргнуть не успеете. Это сейчас тарелки одноразовые, покупаю биоразлагаемые кружки, тарелки и чашки. Хотя мы все равно их выкидываем в мусор, но тем не менее мы стараемся все равно приобретать биоразлагаемые, потому что потом на свалке разложится. Для этого блюда мы возьмем индейки, консервушку откроем. Все, тайна так и осталась и не раскрытой. Что ж там в этой пучине? Индейку поджарим. И в омлетик добавим. Вернее, потом омлетик сюда добавим. И все. Будет бомбиссимо. Ну что, ребятки, я залил нашу вкусную индейку омлетом и закрыл крышечкой. Будет конфетка. Так, пускай пока стекает все это хозяйство. Ну вот, ребят, на улице опять ливень, дождь, но у нас тепло, сухо, еще и вкусно. Омлет у нас с индейкой сегодня. Угу. Индейский омлет. И очень вкусный, полезный хлеб. Семечками, да, подсолнечника. Жизнь наложилась. Ну, мы сейчас еще кино про кладоискателей посмотрим. Вообще будет капец. Так, ребятки, мощно мы растрепали. Ужин наш. Все хорошее и вкусное когда-нибудь заканчивается. У нас очень быстро все закончилось. Да, вкусно особенно заканчивается быстро. Особенно быстро. На улице вот такая погодка. Сейчас посмотрим, может, еще копнем. Принимаем трудное решение. Идти нам еще копать или не идти? Вы как думаете? Вот в чем вопрос. Ну-ка, давайте. Если идти, ставим лайк. Если не идти, то ставим лайк. Тоже. Такой у вас тоже нелегкий выбор пусть будет. Сейчас посмотрим, куда мы пойдем. И зачем нам? Пытаемся выяснить, какого года пятак. А, Мишка, да. Задачился. Год пятака высматривает. Слушай, а если я не ошибаюсь, то он как раз есть вот тот самый створный знак, он там впереди, да? Да. И где мы копались. Да, да. Туда дорога и шла. Интересно, вот смотри, затопленные берега, да, они, это самое, видишь, какие, все в растительности здесь. Из-за того, что заболочено. Не знаю, может, хватает света и чтобы оттуда пробиться, начать расти по поверхности. А там он на тех берегах. Так, братцы, я облачился в непромокайку. И мы идем на мокрое дело. Да. Очень верно сказано. Смотрите, какая погода вообще шепчет. Здесь метр глубины под нами. И сейчас пойдем чесать затонувшую Атлантиду. Есть чутка. Какая-то металлина. Не, Миш, скоба с дыркой. Что-то по каким-то развалинам я тут хожу. Развалины какие-то. О, ребят, кольцо железное нашел. Колечко, колечко, кольцо. Что у нас там хоть интересно за дно такое? Хлипко-жидкое. Песок какой-то. Так, что-то у нас в скубе. Глина здесь жирная, как масло, ребят. Фиг отмоешь.
Что-то здесь в районе катера нифига ничего нет. Прибор работает, сигналов оттуда нет. А у Василия что-то. У тебя что-то все время там пищит. Нет, у меня ничего не крякает. Ничего нету. Пустота. Большие мальчики, большие лодочки, да? Взял за веревочку и потащил в лужу ее. Неужели в скубе? Неужели, говорю, в скубе? Неужели я ее... Да, походу. Походу я ее вынул оттуда. Это что, кусок этой ржавли, что ли, меня звенел? Так, а почему у меня ржавля звенит? Че, Мишань, надо возвращаться. Без соли не хлебавши. Давай, по одному золотому и пошли. С 25-й попытки достал, да? Миша, надо просто правильно на земле научиться с кубой работать. Вот я, кажись, понял уже, который раз достаю. Я говорю, кажись, понял, как надо. Да, ребятки, все. Закончился наш коп. Много мусора, железа. Мы завтра потренируемся поработать просто со скубой. Тяжело скубу на ощупь, да, в цель, чтобы попадало. Вот этого надо научиться в первую очередь. Ну, у нас, как я уже говорил, это тренировочный коп, поэтому кому интересно, смотрите, мы учимся. Вам, может, что-нибудь интересно будет. На супер находки не претендуем, но что-то находим, тем не менее. Либо ты поставил катушки и убрал. Оп. Тогда уже можно вот с носка прям выставить. Ну, проще вот так вот. Вообще лучше всего еще одну ручку сюда. Чтобы ты ее поднимаешь же вот так вот, на весу. Сначала ты ее раз... Продавил на весу. Я ее не вытаскиваю из воды. Держу в воде, потом тын-тын-тын. Если ничего не поймал, если поймал, то я ее, значит, поднимаю. Так, перехватываю, фрыть-фрыть-фрыть-фрыть. Это и подтягиваю. Ну что, народ, все. У нас закончился коп наш мокрый. Я нашел еще вот пуговицу непонятного происхождения. Ну, какая-то старая, но происхождение у нее не ясно. Я вот на ощупь, народ, только ржавый кусок железки нашел. Да, Мишке тоже повезло. Не, ржабля. Пойдет в стол находок. Мешок стола находок. Мешок бесполезных находок называется. О, ребятки, все. Завалились мы, короче. Смотрим Discovery. Про золотодобытчиков первых в Сан-Франциско на Диком Западе. Как все развивалось. Интересно. Мишка смотрит, он жрет санкционный сыр и смотрит Discovery. Такие вот, ребят, дела. Все, ладно, смотрим. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. В той лихорадке было чуть меньше года. К этому времени из-под земли было добыто более 5 миллиардов долларов в современном эквиваленте. Но каждый день в Калифорнию прибывали тысячи сорокадевятников, и находить золото становилось все сложнее. Все, друзья, мы ложимся спать. Я вот расстелил подарок супруге. Вот тут спит уже медведь. Всем буэнос ночес. Вот, видите, какой иностранный медведь. Мексиканский. Мексиканский мишка. Да, мексиканский мишка. Мишка-мексиканец. Все, ребятки, спокойной ночи.
Завтра будет день еще круче, еще лучше. Главное не сдаваться. Завтра мы найдем кучу офигенных находок. 100%. Пока.